Всем привет! Меня зовут Иван, и сегодня я расскажу вам, как смонтировать кондиционер. По сути, установка кондиционера сводится к монтажу медной трассы, связывающей его внутренние и наружные блоки. Для этого нам потребуется две медных трубы – жидкостная с сечением 1/4 дюйма и газовая с сечением 3/8, в том случае, если кондиционер работает на фреоне R22, и 1/2 дюйма, если кондиционер работает на фреоне R410. Медная труба поставляется в бухтах, поэтому перед началом работы нам потребуется размотать и отрезать ее. Отрезать медную трубу ножовкой недопустимо, поскольку это может привести к попаданию медной стружки внутрь трубопровода. Медная стружка может попасть в компрессор кондиционера, и это приведет к выходу его из строя. Компания Rettenberger представляет труборезы различного назначения и размеров. Телескопический труборез TubeCutter имеет постоянный рабочий радиус и позволяет работать с медной трубой до 35 диаметра. Труборез оснащен встроенным сменным гратоснимателем, а также запасным режущим диском, расположенным в рукоятке. Мини-труборезы, или как их еще называют, ремонтные, обладают минимальным рабочим радиусом и предназначены для работы в стесненных условиях, например, когда труба расположена вплотную к стене. Расходным материалом всех труборезов является режущий диск, который следует менять по мере износа. Во время работы подкручивать труборез следует постепенно. Чем быстрее вы будете закручивать труборез, тем больше стенки медной трубы будут заминаться внутрь, образуя грат. Гратом называются заусенцы, уменьшающие проходное сечение трубы, и для их удаления воспользуемся гратоснимателем. Важно отметить, что при снятии грата труба всегда должна быть направлена горловиной вниз. Это предотвратит попадание внутрь стружки. По завершении работ трубу необходимо закрыть герметичным колпачком. Ну вот и все. Теперь медная труба у нас готова к гибке, и об этом я вам расскажу на следующем уроке. Успехов!